от шуточек Таллахасси меня выворачивало. Зомби не самые приятные существа, но он ненавидел их просто люто. Он убивал зомби как одержимый, и как голодный зомби искал твинки. Твинки напоминали ему недавние времена, простые, уютные и не такие вздрюченные. Как будто детское лакомство могло вернуть миру невинность и почти забытый порядок. Вы что, старатель? Охренеть можно! Да вы опасный человек! Готовы рискнуть жизнью ради твинки? В торговом зале этого магазина целая коробка твинки. И не просто коробка твинки, а последняя коробка твинки. Самая последняя во всей вселенной. Можешь мне поверить, у твинки есть свой срок годности. И совсем скоро бензобак у крошек твинки опустеет. Только не звени яйцами. Когда Таллахасси начинает охоту на зомби, с ним лучше не связываться. Он плюет на страх и не щадит себя. Короче говоря, это искусство. Сделай губки бантиком! Эй, погоди, не бей! Давай! Отлично! Спасибо! Ты мой должник. Ага. Ну, ты даешь. Я знаю. Да. Твинки, 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 твинки. О, что? О, ходячий чири. Иди сюда, верзила, сейчас я тебя укорочу. Ха, эти чуваки совсем охренели. Все это ожирение. Я думаю, нам пора сваливать. И тут я подумал, плевать на все. Зато познакомлю предков с симпатичной девчонкой. Помогите. Если повезет, поглажу волосы над ухом. Эй! Я догоню. Правило 22. Если сомневаешься, найди пути отхода.